это съехал, Макс, съехал. Так, CyberMax Digital работает. Вот, сейчас будем. Вот, это, короче, мои проекты. Angel of God тут и Domination. Domination, Old School Death Metal. Такой жуткой записи. 90-е года. А это Angel of God. Тоже 90-го года альбом. Записывал вообще в таких условиях, не знаю, как сказать. Короче, вот. Сейчас буду обложки делать. Обложки я уже разработал. И это вот диск готов уже подпечатать. Так, вот еще готов диск подпечатать. Потом смонтирую ролик и увидите фотки. Уже готовы хотя работать. Ой, блин, тут диск выскочил, падла. Так, а это вот диск тоже чистенький, уже, они уже записаны. Диски осталось только на них это сделать. Кавер. А, вот нормально. А это вот, обращаюсь. Эстери, Кестери, какая фамилия, Дмитрий, беспомощный, еще не помню, короче, немощный, не помню, короче. Короче, вот это для вас троих тут, короче, для Эстери, для этого, как его, для Германа Мальда, тут вам ваши копии, то есть я издал то, что вы играли, это мой проект, я решаю, что хочу, то и делаю. Ваше согласие мне не волнует. Вот. Так вот, короче, вот обложечка. Это мой проект Domination. Это вот тут я собрал для вас троих. Тут то, что мы вместе играли. В составе моего проекта Strain of Art. Вот, короче, все треки. И я хочу, так сказать, вами поделиться. Я на этом денег не зарабатываю, только свои инвестирую. Поэтому. А это вот Angel of God, самый первый древний альбом. Ой, блин. Качество там, конечно, не ахти, ну какой. Так, короче, вот, сейчас буду это дело. Вот, как я это делаю в домашних условиях. Опа! А это я слушаю проект Burn Apart. Кавер на Torn Apart. Когда-то в следующем году будет 20 лет Torn Apart. Вот, так что. Так, блин, забыл, как это делать. Редко этим занимаюсь. Вчера продал. Ну это я смонтирую, конечно, позже. Вы увидите это видео. Ну, вчера, например, продал американцу Digital альбом свой Игиваль. Вот. Так что это так. Вот. Обрежем. Вот с помощью ножика, с помощью металлической линейки. Стекло должно быть ровненькое, идеальное. Вот. Потом покажу эти самые, как его, видео. Уже. Опа, уже готово. Так что, а, еще Саня там, Снейк. Снейк, да. Санька Снейк тут еще участвовал. Кое-где, не везде, конечно, но. Так, а это мое творчество. Так, а это сейчас вот так. Вот, а это играет, да. Вот. Когда-то, да, выступали вот с этой песней, помню. Клуб Форд. Была так, был такой клуб Форд. Когда-то. Где было весело, конечно. Вчера ходил на Сварогову кузню 12-ю, ну, что сказать, посмотрел так, конечно, зал маленький, что-то хереет у нас в Жизнях, в Харькове,
Ну и молодежь какая-то замкнутая. Сюда. Свалил на них. Ну я как бы не бесился, уставший был. Вот, и особо не подшел было беситься. Я ж люблю такую профессиональную музыку слушать. Там Десайд, там, блин, там Сатирикон, там, что там, Мэшн Хэт, ну, из того, вот я по стилям как бы подкинул. Вот под это я бы там, конечно, под эти команды, конечно, я бы там и Маха чувствовал бы. А так, посмотрел и смотрел на окружающих, что они там, как они себя ведут, молодежь. Ну, блин, замкнутая молодежь. Смотрит на реакцию, как на них кто-то посмотрит. Ну, это не то, что мы бесили, бля. Там коловороты были, блядь, вот это был движняк. Слава Украине! Там было такое, блин. Эх, ты, блин. Молодежь. Не та. Жаль, конечно, что так у нас все получается. Вот. О, есть обложечки. Все, я все ставлю. Ставлю в этот самый. И все. Что там по времени? По времени. Что там по времени? Да, время есть. Так. Ну вот, например, сейчас. Пробуем сюда. Вот, для эскали, да? Опа, шмальду, шмальду. Так, вот. Так вот, вставлять. Вот как раз все подходит идеально. Все подогнано. Так, молодежь Digital покупает. Какие-то, это вообще болванка, это ж не заводская. Вот. Опа. Ё, все подошло. Тики-пуки, осталось только нанести печать. У меня уже готова печать там. Надо пойти сделать. Ну вот, себестоимость получается. То есть это мое вложение. Болванка. 4 гривны, коробка, ну коробку, ладно, тоже коробка 4 гривны, это 5 гривен печать, и печать на диск 10 гривен, ну читайте, себестоимость какая, то есть совершенно невыгодное дело, если так честно выражаться. Так что подписывайтесь на мой канал, ставь лайки, ставь дизлайки, если ты пидор, сука, ебаный, чтоб ты сдох, Антон, негативщик, блядь, вот, короче, блядь, вот так вот, ладно. Подписывайся, много чего интересного. Вот лишь я занимаюсь видеосъемкой, фотосъемкой, анекдоты сочиняю, афоризмы, цитаты пишу каждый день, есть у меня канал. Короче, в разделе о канале, смотри ссылки на мои каналы, снимаю уточек, вот там вот на набережной, снимаю змей, ну и не в зоопарке, конечно, а именно вот там до речки, там хожу туда, короче. Далеко туда, за город, там где тихо, спокойно, вот, что-то у меня еще есть там, аудиокнижки пишу, да, вот, такие книжки, как бы, ну, тоже начинаю писать, вот, ну, все, пока-пока, подписывайся на мой канал, короче.